Морковь – очень сладкий овощ. Из нее получаются потрясающие десерты, от булочек до цукат. Советую всем попробовать изумительные цукаты из моркови. Цукаты из моркови – блюда не новые, хотя их не встретишь на прилавках обычных магазинов, но на ярмарках их можно встретить довольно-таки часто. Поэтому, чтобы не дожидаться праздничных гуляний, готовим цукаты из моркови дома. Морковь для начала необходимо почистить, помыть, затем нарежьте ее кубиками или соломкой. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Нам понадобится: морковь 1 кг, сахар 1 кг, ванилин 1 щепотка, лимонная кислота 1 щепотка, вода 0,3 литра, для сиропа, количество порций 5-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи!